И всем привет, с вами я, Кирюха, и рубрика «Надо рассказать». Сегодня мы поговорим о такой игре, как Far Cry 5, и сегодня у нас аж несколько тем, о которых можно поговорить. Разработчики игры объяснили, почему они решили выбрать штат Монтана в качестве места всех событий. Ведущий сценарист Far Cry 5 Дрю Холмс заявил, что у студии Ubisoft было несколько идей по поводу того, какое место им выбрать для следующей серии Far Cry. В итоге они остановились на таком штате, как Монтана. Объяснили они это тем, что этот штат наполнен опасностями дикой природы и новыми приключениями. Еще что поспособствовало выборе штата, так это то, что там живет уверенный в себе и самодостаточный народ. Эти моменты и стали одни из ключевых при выборе локации. Также Far Cry 5 мы увидим серьезные изменения для серии в том, что в игре не будет мини-карты. Сценарист Дрю Холмс решил объяснить, как и почему разработчики решились на радикальные изменения. По словам Холмс, разработчики хотят, чтобы игроки сосредоточились на исследовании мира, а также испытывали чувство неизвестности и сами принимали решение, куда им лучше пойти. Именно поэтому было принято решение убрать мини-карту, чтобы игрок все время не смотрел в угол экрана с мыслями, что же нового, какие еще есть миссии. Ubisoft уверена, что игроки должны по-настоящему исследовать мир, обращая внимание на него и на каждый его элемент. Сценарист игры Дрю Холмс уверен, что благодаря этому разработчикам удалось создать глубокое погружение в игровой процесс. И не так давно исполнительный продюсер Дэн Хейс заявил, что в игре не будет вышек, вместе с этим пользователь ждет Инксюд, с помощью которого Ubisoft хочет разнообразить геймплей и сделать его более захватывающим. Для тех, кто не знает, что такое Инксюд, это специальные костюмы для полетов. Также выход Far Cry 5 состоится 27 февраля 2018 года. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!